центр. Обстановка в Маньчжурии дала службе ТОККа большие полномочия. Накануне в отеле арестован генерал штаба. Ситуация критическая. Разрешите завершение операции «Маньчжурский вариант». Кто на борту? Русский офицер. Его сведения стоят армии пленных. Фильм, основанный на реальных событиях. Мы, воины миллионной Квантунской армии, отклоняем требования противника о капитуляции и готовы умереть, следуя заветам предков. История судьбы легендарного советского разведчика Чадьярова. Смотрите в фильме «Маньчжурский вариант».